Мои хорошие, всем доброе утро! Я сегодня сделаю опять выпечку из слоеного теста. Сделаю рулетиком, порежу на части, а начинка будет замечательная. У меня есть готовый мак, сладкий, вкусный, и я раздавила 2 банана. Сейчас перемешаю с маком и быстренько приготовлю. Начинку я перемешала, мои хорошие. Бананом пахнет очень вкусно. Все, начинаю делать рулетик. Начинку я распределила и теперь скручиваю в рулетик. Все, рулетик получился. Нарезала я его на дольки. Получилось у меня 12 штук. Сейчас точно так же сделаю второй рулетик и в духовку. Начинку я приготовила очень быстро. Времени на всю эту стряпню ушло очень мало. И кулинарное мое творчество, ну, творчество, не творчество, отправляю в духовку. И надеюсь, что будет красиво и, конечно же, вкусно. Ну что ж, утро спасено, мои хорошие. И бананово-маковая выпечка готова. Ароматная, вкусная. Кто сейчас пьет чай, я желаю приятного чаепития. И мы тоже будем пить чай. У нас, мои хорошие, сегодня фруктовая закупочка. Купили мы бананы, большие такие. Что у нас еще? У нас дынька. Лимончики, потому что я постоянно делаю напиток с имбирем, виноград крупный, без косточек, и мандаринчики. Ну что ж, сейчас помою, разложу, и можно кушать. Умаялся мальчишка за день. Отдыхает. Вот как. Вот как. Илюшка, солнышко. Мальчишка сладкий. Вот ножками еще бегает. Ребята, делаю в духовке сухарики из черного хлеба, но делаю пока вкусно, пока нравится, пока кушают. Всегда просто посыпала их солью. И Ларочка с канала Америка I Love You написала, что можно черный хлеб помазать чесночком, а потом порезать на кусочки, отправить в духовку и посолить. И вот я второй раз так и делаю. Ларочка, спасибо тебе огромное. Очень-очень вкусно. Ребята, курицу сделала всю, 2 килограмма. Я ее немножечко помариновала. В соусе, конечно же, чесночок, соль, перец. Все 2 килограмма сделала, потому что положила ее вчера в холодильник, в морозилке не было места. Ну что ж, ее хватит и на сегодня, и на завтра. Отправляю в духовку. Пахнет обалденно. Выглядит отлично. Ну, пусть подрумянится еще минуток 5. Вот это я понимаю. Курочка готова. Замечательная. Ребята, это я не себя хвалю. Я ее только помариновала, а работала духовочка. Сделала ее хрустящую, аппетитную и вкусную. Вот она, мои хорошие, копченая макрель. И сейчас я ее порежу. Пахнет, конечно,
Копченое необыкновенно вкусно. Мои хорошие, я очень сильно старалась, ну, что приготовила, то и приготовила. Сейчас вам покажу. Вы знаете, у нас Иванушка, младший сын, он не очень любит рыбку, но, может быть, кусочек съест. Поэтому, конечно, я сделала курицу. И ее, я вам говорила, надо было сделать. Картошечка, скумбрия холодного копчения, мишки, чипцы. Вредно? Конечно, вредно. Но раз в неделю, когда мы с семьей собираемся, можно и вредненького покушать с хорошим настроением. И тогда это будет полезно. Картошечка. Картошечку я готовлю в микровеле, в мундире. Это орешки, мандлин, грёстет, черный хлебушек, конечно же, сало. Зелень. Мандаринки, соленые огурчики и в обязательном порядке лук и чеснок свежий. Хорошие мои, что я вам хочу сказать? Иногда просто хочется навернуть ерша, как говорится, покушать и соленые рыбки, и курочки. Но кушать будет каждый, что хочет. И томатный софт. Ой, не знаю, томатный софт, что это? Ага. И томатный сок био-био. Все. Как я и говорю, и это на самом деле так, я на кухне отстрелялась по полной программе. Теперь будут работать мои мальчишки. Накрывать на стол. Мои золотые, я порезала нам дыньку. Такой вкусный фруктовый десерт. Первая дынька. Попробовала, конечно, когда нарезала. Сладкая, сочная, просто замечательная. Посмотрите, мои хорошие, какой удивительно красивый закат. Я желаю вам чудесного вечера, здоровья, счастья. Спасибо огромное за внимание. Я вас обнимаю. Чус. Пока.